Всем доброе утро. У нас оно не очень доброе, да? Или еще совсем не утро, а еще совсем раннее. 8 часов. Сейчас мы быстро кушаем, нам уже уходить. Так, я кашка Геркулес с мандарином. Я сейчас себе кофе делаю быстро. Мы кушаем, я уже искупалась. И будем уходить. Погодка у нас сегодня еще ничего. Там на солнышке 18 градусов. Холодает, конечно, постепенно. Но так пока еще держится. Так что мы собираемся и убегаем. Все, готов кушать? А, готов? Давай быстренько. Всем приятного аппетита. Кто завтракает? А я. Папа на работе еще придет. Мы топаем. Отзанимались, все. Кстати, самый тот вариант для Яры. Обалденно, нормально занимается. Классно. Сейчас мы идем домой. Покушать, переодеться. И на правый берег. Мы уже почти дошли до дома. Я, походу, останавливаюсь. У нас расписание выстраивается сейчас на Пайсэ. На рисование. Сейчас вот уже подставили еще два занятия. И бассейн сейчас уже сегодня 100% определится, когда у Яры будет тоже. В общем-то, вот так вот. Так что мы полностью выстраиваемся. Ты опять меня смотришь? Вот любитель смотреть нас. Все, моя Яра кушает. Сейчас опять блинчики. У нас пока блинчики на доедание срочно резко. А что это такое? Да. Да, сейчас Яра уходит на правый берег на занятия. Я могу. И папа. Папа не лег, не спал. Хотя ему сказали спать. Конечно, спасибо огромное вам за помощь. Будем пересчитывать, что я сделал. Так лучше этого. Поспал бы, наверное. Ага, мы пришли, сейчас мы кушаем. Я чай пью. Сейчас Яра еще это доедает, и мы уже должны минут через 10 уходить. Папа с тобой пойдет двоем, но заниматься будешь оставаться один, стараться, чтобы заниматься уже самостоятельно. А то мы там устаем. Тебе еще уроки делать надо, мы прийти. Но помочь кушать еще. Умеешь ты прекрасно кушать. Давай, не начинай панику разводить. Готовить все умеешь, а кушать не умеешь. Давай, не паникуй. Да? Морской звезды. А вот, смотри, какую водоросль можно сюда положить. Вот, пускай здесь будет. И ваши звезды. Давай, Машенька. Вот, вставай, Машенька. Копал в песок. Вставай, давай. Который так скучно, там, в морской звезды, смотря, У нас закончились занятия на правом. Сейчас мы идем на остановку и поедем уже домой. Погода непонятна. Сейчас вроде тепло, да? Солнце. Ну так ветер холодный, 13 градусов. Мы, правда, раздеты, а Яра капюшон надели. Но я так смотрю, вроде бы ничего. Мы сегодня отзанимались почти. Стучит? Полчаса. Да, полного занятия. В принципе, полчаса где-то. Три часа, да, занимался. И практически он все 3 часа без нас занимался, да? Он занимался без нас, готовил даже без нас. А потом просто мы пришли тебе попить с ним чай. Нас он позвал. Вот. И все. И потом музыка. На музыку он пошел уже и так недолго. Так что уже фотки будут, наверное, там оттуда. Не знаю, как они там его фотографировали, не фотографировали. Таскали его все. В общем, посмотрим. Какое небо красивое. Пожалуйста. Яра уже не успел прийти сейчас пить. Ты уже успел включить тут этот ТикТок. Подожди, сейчас я покажу. Но пока пришли, я готовлю. Вот такое дали задание Ярику. Протирание пыли. А это у Яры была... Ветка рябины, по-моему, или чего-то, да. Это он, кстати, рисовал уже сам, без нас вообще, без никого. Мы там не присутствовали. Так, вот здесь положу потом. Так, здесь я сейчас
жарю по-скорому. Обжарила лук, добавила туда помидоры. И сейчас брошу фасоль. Поджарили немножко наггетсов, а Эмилька сварила макароны и салат сделала. Что... Завтра утром, да, у тебя в школу опять. День рождения потом? KFC? Посмотрим. Вот, все знаешь, все в этот. А этого Яра брал с собой еду. Блинчики мы брали, он там один съел. Пекли они там пирог. Это остался, не доел. Кусочек пирог с яблоками. Очень, кстати, классный, вкусный получился. Так, а Эмиля давала задание цветы полить. По-моему, она так и не полила, убирается. Так что сейчас буду добавлять фасоль. Все, вот так вот я добавила фасоли. Совершенствие фасоли вообще ставится вариться. Но так как у нас она уже замороженная, она уже все равно будет быстро. Если сейчас ее поставить сварить, а потом только обжаривать, то она будет как каша. Не хочу. Поэтому я ее прям так вот сейчас. Она чуть потушит, добавлю туда зелень, добавлю туда чесночок и, возможно, приправу. Приправу хотела другую, но нету, а мне нравится еще вот эта. Она очень вкусная, деревенская, с луком и чесноком. Я добавляю иногда вот такие всякие, ну, несовместимые якобы. Вот так вот. Сейчас крышку закрою. К. Слог К. К. Ты же назвал букву К. Тебе надо К. К или А? К. Ла. Ла. Я написал. Ну, то есть, нет, ты написал Танюша плакал. А тебе надо плакала. Ле. А, еще. Плакал, а теперь плакала. В конце предложения что ставишь? Ковы. Точку ставь. Нет, это ты контру. Хотя вот точку, да. Хорошо, ставь точку. Понимаю. Правильно ты все сделала, правильно, ставь точку. Нет, не, нет, Яра, не плюс, а точка. Я тебя перебила. Точка вот у тебя здесь, вот внизу. Так, новое предложение. Брат. С какой буквы начинаешь писать? Б. Большой. И Б, правильно, большой Б пиши. Пробел сделай сначала. Нет, подожди. Угу. Сделай, пиши. Б. Брат. Ты правильно сделал, не переделывай. Сделал уже. Делай. Пиши. Брат. Нет, не брат. Брат. Ты же сказал букву Б. Брат. Р, правильно. Р. Погай. Ну ты знаешь где, пиши Р, ищи. Ну ты рядом сделала. Пиши. Правильно. Слог Ра. Ра. Ну сразу начинаешь, зачем ты дергаться начинаешь? Спокойно, ты же пишешь хорошо. Как я камеру включаю, у тебя начинается дергание. Не, ну. Не, и какая гласная? Е, пиши, не. Е. Яр, где там Е? Е.
В общем, как только я камеру включаю, он сидит, начинает писать, пробелы ставит, точки ставит. Как только я камеру включаю, Яру вырубает. Все, начинает замыкать. Я не скажу, что он со мной идеально пишет, но хоть пишет. А здесь его просто вообще замыкает. Так что отключаемся. Давай. Хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зимой, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что это любовь. Его слова на 3 минуты так прожгли твою кровь. Ты продолжаешь повторять себе, что все хорошо, но понимаешь, он ведь нужен. Нужен еще, наверное, это твой рай. Бродить, срывая букеты, так их спасая от ветра, и врать, что дарят цветы. Конечно, если б не он, ты не встречала б рассветы твоей холодной планеты, которые делят мосты. И хорошо, что он не знает про такую, как ты, и что в мечтах твоих ванильные снежинки зимой, а под шагами босоногими метели и лед. Он больше никогда из мыслей твоих не уйдет. Тебе не стыдно закричать о том, что...